Всем привет, с вами Гизма. Сегодня я расскажу вам про события диска в игре Лиги Ангелов 2. Диска состоит из песен, легкая, хорошая и отличная песня, которые используют ноты. Ноты даются 2 раза в сутки, это с 12 ночи до 12 дня, и второй раз с 12 дня можно их приобрести до 12 ночи. Каждая песня использует 2 ноты и дает определенное количество очков. Легкая песня дает 3 очка, хорошая песня дает 10 очков и отличная песня дает 12 очков. Легкая песня просто ноты расходует и дает по 10 ресурсов всех, не считая жетон ритуала, он один. Хорошая песня расходует 70 алмазов и дает уже больше количества ресурсов. И отличная песня расходует 70 топазов и дает также еще больше количества ресурсов. Далее, очки. Награды за очки. Здесь, чем больше, соответственно, будет песен, тем будет больше очков. Чтобы вам набрать, допустим, те же 200, 400 и 600 очков и так далее, вам необходимо будет использовать хорошую песню и отличную песню. Если вы не донатите, то желательно подкопить алмазов, тогда вы сможете постоянно прокручивать хорошие песни и набирать эти очки. За трату алмазов, за 2000, трату алмазов 2000, вы получаете в событиях овации. Овации также можно приобрести, используя отличную песню, будут вам выпадать овации. Вот. Эти овации вы тратите в магазине диска. За легкую песню и хорошую песню вам даются аплодисменты. Они также используются в магазине, в разделе «Мелодия». Вот. Что касается магазина. В магазине ядра развития героев, вот они 5 штук, их желательно не брать, потому что они могут, можно их добыть более легким путем в той же Вечной войне, в Магнате. Ну и также события попадаются за определенное количество доната. Вы можете приобрести ядро развития героя. И в событиях он будет более дешевле, чем здесь. Здесь лучше тратиться на первозданный кристалл, эссенция мощи и алый камень. Это 3 ресурса, которые добываются очень тяжело. Только события, допустим, для эссенции мощи это только в событиях можно купить, больше их нигде не добыть. Алый камень там 50 на 50 в зависимости от рандома, выпадет он вам или не выпадет в оружие душ магазине. И первозданный кристалл, его можно добыть только в магазине героев либо в событиях. Что касается мелодии, то же самое, вы тратите на первозданный кристалл, куски на героев не покупайте, они и так добываются ежедневно, вам падают. Также алый камень, эссенция мощи, все. И последняя диска — это рейтинг. Чтобы попасть в рейтинг, вам необходимо добыть 300 очков диска. Придется тратить также алмазы, топазы на отличную и хорошую песню. Если вы хотите супер награды получить, вам необходимо будет набрать более 2000 очков. Поэтому что я могу посоветовать по диску? Если вы рассчитываете получить награды какие-то с диска, либо в магазине что-то купить, купите алмазы. На этом у меня все. С вами был Гизма. Гайд подготовлен специально для РБК Games. Подписывайтесь на канал РБК Games в Ютубе, смотрите гайды, заходите в группу контакта, выигрывайте там РБК монеты, читайте новости.
Всем спасибо, до свидания.